Мне очень приятно, что в нашем городе есть такой замечательный институт геронтологии и биорегуляции. Так получилось, что я очень часто болел, и болел именно бронхами. У меня вообще хронический бронхит с детства, и поскольку приходится часто петь, то возникают определенные проблемы с этим делом. И вот я благодарен судьбе за то, что несколько лет назад я познакомился с Владимиром Хаскевичем Ховенсоном. Я посетил Институт биорегуляции и геронтологии, и я прошел там полное медицинское обследование. И вот те удивительные препараты, которые они, кстати сказать, сами изготавливают, они очень мне помогли. Мне стало легче дышать, мне стало легче петь. И самое главное, стал реже садиться голос от усталости, когда очень большие вокальные нагрузки, у меня он всегда очень быстро садился. Это славно, что в нашем городе есть место, где человек может пройти полное обследование своего здоровья и, главное, получить медицинское обслуживание нестандартное. Это не химия, это не антибиотики, не таблетки в общем принятом смысле этого слова. Я слышал о том, что Владимира Ховенсона Финский институт в этом году выдвинул на Нобелевскую премию. Грустно и жалко, что этого не сделали раньше, потому что я считаю, что он давно заслужил этой премии. И я очень горжусь тем, что у нас есть такие медики и вообще такая медицина именно в нашем городе. В городе, который, согласитесь, не очень все хорошо у нас с климатом, не очень все хорошо у нас с экологией. И поэтому такой медицинский центр, он не просто необходим,